Они не против разграничить дно на национальные сектора, а вот акваторию считают нужно оставить в общем пользовании. То есть сохранить свободное судоходство, свободное рыболовство. И эксперты не исключают, что на этом саммите будут подвижки. Почему так непросто идут переговоры по этому вопросу, понятно. В Каспии огромные запасы углеводородов. И прогадать, конечно, никто не хочет. Однако отмечу, что правовой статус, пожалуй, единственный спорный момент. По остальным направлениям есть абсолютное взаимопонимание. Сегодня президенты должны подписать 3 соглашения о сохранении биоресурсов. Прежде всего, речь идет об осетровых. Подпишут документ по гидрометеорологии и взаимодействию в чрезвычайных ситуациях. Ну и кроме того, ожидается, что будет озвучено совместное политическое заявление. Лидеры пятерки солидарны в том, что в Каспийском регионе не должно быть третьей силы. То есть не должно быть судов под чужими флагами и не должно быть иностранных военных. Ирина Кузьминская, Сергей Бондаренко и Сергей Трегубов. Новости Содружества «Астрахань». На саммите в Астрахани президенты, возможно, обсудят принципы прокладки трубопроводов по дну моря. Именно из-за нерешенности этого вопроса откладывается создание транскаспийского газопровода. США нанесли удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу в Сирии. Соединенные Штаты заявляют, что этот объект контролировала группировка «Исламское государство». США сейчас ограничиваются авиаударами по позициям боевиков. Об использовании пехоты речи пока не идет. Против ввода сухопутных войск в Ирак и Сирию высказываются более 70% американских военных. И об этом сообщает агентство РИА Новости. Президент Барак Обама уже заявил, что полностью уничтожить группировку «Исламское государство» удастся в течение 3 лет. Думаю, сейчас у нас есть план кампании, у которой есть большие шансы на успех в Ираке. Полагаю, в Сирии ситуация сложнее. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что США будут бороться с исламским государством в 3 стадии. После авиаударов по боевикам Соединенные Штаты начнут тренировать и снабжать обмундированием иракских и курдских военных. На 3-й стадии предполагается зачистка убежищ террористов в Сирии. Ну а тем временем в Ираке пытаются пополнить ряды вооруженных сил. Власти вынуждены были объявить амнистию для дезертиров. Об этом также сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Пункты повторного приема в армию развернуты в Багдаде и на севере Курдистана. Их работа уже принесла определенный результат. Около 6000 солдат-офицеров вернулись в строй. Но в Москве суд вернется к рассмотрению дела школьного стрелка. Напомню, 3 февраля вооруженный 2 винтовками 10-классник пришел в школу. Он захватил в заложники учеников, застрелил учителя географии и одного из полицейских, которые приехали в учебное заведение по вызову охраны. Предыдущее заседание суда было перенесено по просьбе защиты. Адвокат заявил, что недостаточно знаком с обстоятельствами дела. Между тем, потерпевшая сторона будет оспаривать результаты экспертизы, которая признала школьного стрелка невменяемым. К мнению, в заключении врачей, подростков учат владеть собой, помогают побороть застенчивость и научиться жить рядом друг с другом. Мне кажется, для нас, для подростков, это очень-очень важно, потому что в нашем возрасте часто трудно бороться с какими-то проблемами, ведь мы только начинаем знакомиться с обществом, то есть школа, какие-то дополнительные. И нам часто мы теряемся в каких-то ситуациях и не знаем, что сказать, не знаем, что ответить. Ну и такие тренинги нам очень-очень помогают. Научиться общаться – вот главная задача, говорят специалисты. Переходный период не всегда проходит легко. Многие становятся замкнутыми и переживают из-за внешности, дружбы и успеваемости. К таким особое внимание. И к тем, кто готовится к ЕНТ. Работать непросто. Поведение подростков сложно предугадать. Если раньше на социальные поступки шли дети из неблагополучных семей, то сейчас чаще наоборот. Действия детей непредсказуемы. Это всегда было и всегда есть. Жизнь меняется, общество меняется, и давление среды тоже меняется, и дети, они же, все им нужно попробовать самим, поэтому смотрят, где, что, как. И этот чужой опыт пытаются в свой превратить. Тренинги для детей будут проходить в группах в виде игры. На примере конкретной жизненной ситуации ребята будут изучать, как правильно себя вести. Минобразование предусмотрело и занятия для родителей. Татьяна Терюкалова, Федор Фролов, Арман Байдоулетов. Новости Содружества «Казахстан». Пока в столичных школах тестируют на состояние психологического здоровья, заместителю начальника управления образования Астаны и директору школы, где произошло убийство, объявлены выговоры. Продукты в России до конца года подорожают на 13%. Раньше прогноз был почти в 2 раза меньше. И об этом сообщает Минэкономразвитие. Так в цене выросли картофель, мясо и рыба. Этой темой уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Подробности в нашем экономическом обзоре.
подорожание рыбной продукции виноваты оптовики. Вот к такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба. Ведомство начало проверку торговых сетей после многочисленных жалоб граждан. В некоторых регионах цены выросли в 1,5 раза. Но отмечу, что после введения продуктового эмбарго власти страны стали следить за рынком. ФАС и Общественная палата открыли горячие линии, по которым население может сообщить о повышении цен на продукты. Но помимо этого проходят внеплановые проверки крупнейших отечественных производителей. Возбуждено около 15 дел. В Кыргызстане поставится подорожание мяса. Цены могут вырасти на 15-20% после вступления страны в таможенный союз. И об этом заявили в Министерстве экономики. Не исключенный дефицит. Однако это может простимулировать фермеров увеличить поголовье скота. Так что уже года через два цены придут в норму. Ну а российский Минсельхоз назвал регионы, где избыточно повысились цены на некоторые продукты. Среди лидеров оказались Калужская, Московская и Магаданская области. Калужская церковь в Беларуси может уйти под воду. Земля под одним из старейших православных храмов республики начала двигаться. Чтобы как-то остановить оползень, около 10 лет назад склон укрепляли железными сваями и бетоном. Однако эта проблема не решила. Подробности у Евгения Постового. Появились некоторые трещины, ну вот здесь мы можем видеть дальше. Сквозь расколотые камни проходит рука, изгородь постепенно сдает позиции, а в 2 метрах от склона уникальный древний храм – Калужская церковь. Пока еще сопротивляется. Этот храм построили за 200 лет до Куликовского сражения. Здесь с мольбами к Богу обращались и литовские князья, и польские короли, и российские самодержцы. А теперь эта уникальная жемчужина Беларуси сама нуждается в помощи. Уникальный памятник стоит на крутом берегу Немана. Половодье и подземные ключи постоянно грозят оползнем. В середине 19 века из-за паводка обрушилась часть берега. Вместе с ней рухнула почти половина храма. В очередной раз за национальную реликвию боролись 15 лет назад. Это суть моей докторской практически диссертации. Вот здесь как раз идет описание этого решения, которое здесь применили. Тогда за спасение Калужи Михаилу Никитенко дали доктора технических наук. Профессор уверяет, сделали все правильно. Угрозы оползня нет, но проблему представляет разрушенная часть храма. На месте обвалившейся каменной в начале 20 века построили деревянную стену. Она и таит в себе опасность. Предусмотрено устройство новых опор вместо тех, которые там обрушены, и состояние их неизвестное. Что там осталось, остатки какие-то, так вот легкие конструкции там выполнены, чтобы удерживать деревянную. Оставить эту деревянную стену или укрепить фундамент и достроить каменную? Споры об этом архитекторы ведут уже не первый год. Свое мнение и у реставраторов, которые до сих пор не определились, каким должен быть вид древней Калужи. А без их резолюции работы вести нельзя. Правильным было бы привлечь специалистов из России, из Украины, из Сербии. На территории вот этих государств есть храмы, которые были построены в то же время, когда была построена Калужская церковь. Уникальность этого храма не только в возрасте, но и его оформлении. От майликовой плитки исходило неземное сияние, от голосников специальных кувшинов, вмурованных в 2-метровые стены, пение становилось еще выразительнее. Когда поют эти певцы, их голоса реально звучат в голосниках, в кувшинах противоположной стены. Блистающий и сияющий храм. Вот с этим, можно сказать, 3D-эффектом и с этим стерео. Строители 12 века смогли соорудить такой шедевр на столетие. Сегодня вся надежда на современных архитекторов. От них зависит, сможет ли храм через 100 лет отпраздновать свое тысячелетие. Евгений Пустовой, Александр Бабинецкий. Новости Содружества. Беларусь. Калужскую церковь могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но правда, попасть в него она может только после полной реставрации. Поэтому в интересах зодчих провести ее как можно скорее. От футболистов Мюнхенской Баварии сегодня ночью эвакуировали из московского отеля. Ну а причина, к счастью, ложная.